помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Мы уже видели эту статую Тора, когда уплыли из пещеры ведьмы. И где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит, это юг. Юго-запад. Хорошо. Приди в оба! Ты молодец. Смотри, эти шесты покрывает магия ведьмы. Это сбережет нам время. Можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Как думаешь, кто это выточил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Работает! Не соврала! Идем, закончим дело.
перелезем. Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой? В Йотунхейм? Может. То лицо на горе – это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. История о великане с головой оленя. Кто он? Что тут сказано? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня. Просто! На полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Вдруг есть второй световой кристалл? Так! Что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. Ну да, вроде правильно. Я почти разобрался. Это ответ. Свобода. Ага, подходит. Что ж, давай. Ага. Прелся. Что происходит? О, а я думал, появится мост. Твои великаны снова нас испытывают. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Так лучше, да? Спуститься, чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны – просто раса, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой, но он такой один.
Враги убиты. Эй, еще один кристалл. Ты узнал, что он там? Ого, сколько мертвецов! Скажи, что ты видишь? Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Мы перебрались. Прочесть можешь? Ладно. О, это Дуратрон. Один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Сын. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Ugh!
вершину, конечно. Ищем путь наверх. Ого, высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великана? Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Кажется, это имя. Хразлер, то есть ужас. Что это? Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Эй, как думаешь, кто зажег тут факел? Мертвым свет не нужен. Смотри в оба. Хватит! Ну я же просто... Ладно. Ого! Что это такое? Где мы? Мы в шахте. Если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Сын! Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Не идет. Но может мы найдем путь наверх вон там? Ну, когда уберем все это. Эта штука не поедет. Крепко заперто. Что это значит? Слушаюсь. Странно. Что там? Кто-то написал только для великана, а другой приписал еще для гнома. Давай мы допишем. Нет. Механизмы тут похожи на гномы. Камень явно клали йотами. Наверное, великаны не просто добывали тут руду. Они жили здесь.
Серьезно? Кто разбудил всех драугров в горах? А нужно было догадаться. Ты с самого начала умел справляться с черным дыханием. Даже не думай, что я смог бы провести тебя через него, мешок с мясом. Я с чем хочешь могу справиться, особенно здесь. Когда-то мой народ тут всем командовал. Улучшил ловушки йотунов, да еще и обходные пути проложил. А ты как думаешь, почему они такие хитроумные? А, да, кстати, остерегайся ловушек.